Хочу напомнить людям предсказание по супервулкану в Америке от 4.10.2014 года. Супервулкан в Америке взорвется, когда будет падать большая луна, мощнейшая вспышка на солнце, и Млечный Путь свернется улиткой. Дорожка из цветных и ярких звездочек уходит из жерла вулкана в космос. Первая мысль была, что какая-то инопланетная цивилизация смягчит извержение. Но все равно хорошего не будет, разве что апокалипсиса не будет. Много воды, цунами, торнадо, гейзеры, корабли тонут, смывает людей, дома, мощные ливни. Что, в общем-то, мы сейчас и видим. Ревущий медведь, черный крокодил. Вопрос задавала о побережьях, ближайших к Америке. Какие-то неведомые животные в форме змей выходят из воды. Тоже, в общем-то, мы это сейчас наблюдаем. На суше тоже вижу неизвестных животных. В небе кружат летучие мыши, но они высоко, а их хорошо видно. Это перед и во время извержения вулкана. Спасибо за внимание. Мы уже скоро дождемся этого.